У нас же не хватит времени. Половину не получится. А, просто вот так вот. Да, ну, Халёсию, конечно, идеальную, да. Суперская. Действительно, зачем вторая нужна? Да. О, отлично. И лучше через проектор, да? Угу. Все долго будем эту связку делать. Тут она в движении, все разумненько. Давай так. Давай. Я набираю сиреневый, наверное. Ну, наверное, по горизонтали. Хорошо? А, по-моему, по горизонтали. Потом воды будет, станет стволы. Хорошо будет. Здесь полянчик. Так. Да-да-да. Ага. Сиреневый. Да, сиреневый. Сиреневый, ага, да. Ультрамарин плюс, допустим, кадмий в разбеле. И такой цвет воздуха. Да, но не много вещества. Слегка, да. Так, чтобы... Да нет, давай. Или можно сильно. Ну, в смысле, так. Ну, нормально. Среднее. Можно, конечно, сначала накидать зелень, причем так, с мощным таким заходом. Также и стволы. Понагнетать, понагнетать. Зелень эту темную тоже понагнетать. И тогда у нас точки опоры уже будут цветовые, световые. Давай. Спасибо. Да, в принципе, уже можно идти делать. Угу. То есть где-то вот тут примерно, да? Ты можешь даже сразу приблизительно и увидеть, да. Прямо взять и сразу увидеть, и тогда, когда ты уже к проекторам направишь, у тебя уже будет ясно, где примерно это должно быть. Ну да, наверное, здесь. Почему-то нет. Угу. А что ты делаешь? Ты же не наложил вещество. Ты наложить должна вещество столько, чтобы оно само выдавливалось. Чтобы оно не сгревалось, а выдавливалось еще вещество. У меня тряпочки нет. Вон там тряпочки на подоконнике. Так. Это я делаю, чтобы перемолоть синьку. Коричневый едва перемелет в полную меру. Поэтому я лезу прямо в красным. Красный это делает быстро. Если краски закончились, вон там какие-то добирать. Ну вот, красочки. То есть поддавливай.
Смотри, и зеленый подвожу. Без зазрения. Как только начинает появляться вот такое, свет, да, все сразу начинает все оживляться. То есть свет, тень, и сразу начинает жизнь. Угу. Ну, давай. Все. Спасибо. Угу. У нее же в бедро пошло, а не просто куда-то. Понимаешь? И вот она пошла в закругление, а так не пойми что. У тебя складки не в ту степь. То есть вот они по закруглению пошли. Не здесь свет. Вот здесь. Туда, куда? Он из-под руки вот туда смотрит. И здесь. Так. Мандариновый цвет вот этих мест. Ой, какая вкусня. Вот не будет зеленого, это все не работает. А смотри, с зеленым сразу как работает. А я с этим не делала. Так мы же делали, я ж да. То есть этот мандариновый оттенок нуждается еще и в зеленом. Вот начинает все прозрачневеть. Рубленная вот такая укладочка, рубленная. Угу. Ну красивый цвет, никак я вот не могу решить, что на этот оранжевый. Смотри, 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 какой цвет пришел. Угу. Цвет неба.
Турник так тоже, да, это все делается. Ну, ты видишь, рубленый характер укладок. Свет из-под теневой. Там недостаточно светло. Да. Мы можем себе позволить немножко преувеличить этот свет из-под теневой. Это просто она купается во свете с этой стороны. Немножко соблюдем этот лестничный характер, когда есть то, что заслоняет. Это заслонило это заслонило то. То есть солнечные зайчики выделяют уровни близости к девушке. Логично? Угу. Тоже ничего так, да? Ну давай. Что на этом месте было что-то вот такое. Свет рвался оттуда. Прямо рвался оттуда. Здесь его встречает другое растение. Этот свет, появляется некая замороченность, да? Полянка-то вся освещена. Ну вот, один, второй, третий. Ну, ступенчатый. Просто делить их более темно. Ну смотри, как эта полянка вот там нуждается в отделенности от дальника.
поэтому старался там вдали более холодные зеленые. Правильно. Но он же должен отделиться от дальника, а он же у тебя не отделялся, не было этой границы. Понимаешь? Выстроилась поляна. Тоже всякий повод положить не зеленый, нужно было задействовать. А то все такое зеленое. Даже вот там можно еще один слой удаления сделать. Согласна? Смотри. Да, опять же, пользуюсь случаем, вот, пробую, можно ли туда подсунуть не зеленый. Может, смотри, как хорошо сел. То есть работаем с зеленым, а ищем повод подсунуть не зеленый. Вот такая замечательная. Как это на стихину передать то, что там разнообразные деревья растут, неоднородные, вот это вот первое пришло. Ну давай. Ну вот как-то так волосы. Хорошо волосы. Вполне хорошо. Разросся клювик у нее. Ну вот, а я мучаюсь, что-то надо сделать. Такой он уже стал могучий. Может, немножко курносый стиль все-таки? А пусть, хорошо. Да? А, мне нравится. Ну да, такая русяленькость.
Так. Похоже? Самое главное, идея есть. Так, и второй у нее как бы наготове, да? Прям по уже созданному можно чуть-чуть поделать вот эти более травяные звуки. Конкурентов. Белый как конкурент уничтожил. Я там создавал пушистую тавлоку. Но... Именно конкурентов вот этих поубирал. Поняла, да? Поняла. Конечно, нам не хватает крупного плана этого куска для того, чтобы нарисовать руки поточнее. Вот. Поэтому, если возможно, в домашних условиях потом все-таки взять, укрупнить или с помощью лупы. Либо зеленое.
Можно белый немножко унаряднить. Чуть-чуть. Одуванчик, замечательно. Вполне себе так. Да, да. Поддержка той моей девочки. Да. Спасибо. Хорошо.